Промышленные предприятия Хабаровского края продолжают реализацию программ импортозамещения. Многие успешно перешли на отечественное сырье и оборудование или их аналоги из дружественных стран, а также налаживают выпуск отечественных товаров. С импортозамещением им помогает Краевое министерство промышленности и торговли, в частности, решать вопросы по загрузке и техническому перевооружению производств, предоставлению земельных участков для решения выпуска импортозамещающей продукции. Так, после введения санкций, одно из крупнейших предприятий региона по производству полимерных материалов практически полностью перешло на российское сырье. Хабаровский трубный завод в год выпускает 18 тысяч тонн продукции для строительства и ремонта трубопроводных систем. И 90% сырья, используемого в производстве, отечественное. Оставшиеся 10% приходится на поставки из дружественных стран. В России основными поставщиками компании стали ведущие нефтехимические предприятия. С введением санкций изначально, конечно, возникла определенная такая зона тишины, если можно выразиться. Но впоследствии заказов стало даже больше. Мы в условиях санкций сумели переориентироваться на российский сырьевой рынок. В частности, были заключены крупные контракты с нефтехимическим комплексом Российской Федерации. В этом нам также помогали органы власти местного самоуправления, в частности. Да? У нас сейчас ориентированность российского сырья где-то 90%. Основное сырье мы получаем от корпорации «Сибур». Это Омск нефтехимзавод. Это Казанский завод, также завод «Ставролен», который относится к «Лукойлу». В данном случае мы заместили практически все иностранное сырье, а то, которое осталось, это сырье из дружественных нам стран. Добавим, несмотря на санкции, в этом году компания запустила новую линию производства инновационных многослойных полиэтиленовых труб диаметром от 90 до 250 мм. Она стала шестой линией по выпуску полимерных труб для сферы водоснабжения и газоснабжения. Сейчас завод производит трубы диаметром от 20 до 800 мм, а для сферы водоотведения диаметром до 2400 мм. Завод является резидентом ТОР Хабаровск. Полимерные трубы, выпускаемые предприятием, пользуются высоким спросом, поскольку не подвержены коррозии, отличаются долговечностью, простотой и легкостью монтажа, имеют срок службы до 100 лет. На территории Дальнего Востока и Арктики их активно используют для реализации проектов в сфере газораспределения, водоснабжения, водоотведения и других сфер строительства инженерной инфраструктуры.